Так, слушайте, но мы уже готовимся. Мы прямо практически на чемоданах сидим сами. Да, уже пошили новые костюмы. Я сшила себе новое шикарное платье с декольте, Митя. Это вот то самое, которое я присылала. Это вот то самое, которое я присылала. Ребята, вы не понимаете, это такой восторг, это обморок, а не платье. Если бы я был девушкой, я обязательно его надел. Слушайте, ну Казахстан, мы едем к вам, мы едем с новой программой. Казахстан, с 13 марта, пожалуйста, следите за афишами в вашем городе, и мы обязательно вас порадуем в этот день. Приходите, мы вас очень сильно ждем, будет круто. Все наши хиты, мои, Митины, блестящих, вообще суперхитовое новое шоу от Семенович и Фомина. И более того, наша новая песня, которая называется «Дети Земли». Все мы дети Земли, и мы хотим одного – любви. Настоящей. И мы вас любим, короче, ждем. Приходите. Митя еще не знает, что его сегодня ждет жесткая тренировка. Я хочу, чтобы он просил меня о пощаде, умолял. Блэк Джек? Ух ты. Да. Короче, он отправит тебя в мир иной. Ты готов? В мир ином я был вчера. Давай, за тренировку. Давай, сберёшь. Что я хотела вам напомнить. Помните 29 февраля? Галактика развлечений. Приезжает Митя Фомин со своим концертом. И мы вам дарим 2 билета совершенно бесплатно. Что нужно сделать, чтобы получить эти билеты? Всего лишь написать... Танцы до утра. Билеты 246-400 и на сайте kassy.ru. 18+. Певец, шоумен и мистер позитив российской эстрады. Блистательный Митя Фомин. 29 февраля впервые в клубе «Галактика развлечений». Вместе с музыкальным бендом «Треугольник». Все хиты и новые песни. Живой звук и сумасшедшая энергетика. Искрометный юмор и... Ребят, видите, как приятно начинать тренировку с глоточка нефильтрованного, холодненького, понимаете, еще не лето, а уже пивко по пищеводику так проливается нормально, так все омывает. Зачем ты людей обманываешь? Покажи, мы пьем претрен. Мы за здоровый образ жизни. Ребят, не знаю, мне налили пиво. Это так, тут стояла банка рядом, вот, смотрите, тут после большой бар, фитнес. Смотри прямо, не обращай внимания. Туда смотри. Ниже опускай. Плечиками. Да, и медленно вниз. Да. Так сложнее. Медленно, чуть-чуть, выдох. Выше, к подбородку. Да, к подбородку. И медленно от себя. Думаю, стоит продолжить очереду таких небольших разговоров про добрые дела. И завтра прилетает Митя Фомин, который также с удовольствием согласился и поддержал девчонок. А мы перезимуем.